Рабочие бригады со станции скорой помощи Рёв-Это и сирены как бальзам на душу. Комплект из 3 автомобилей накануне получили городские медики. Пара обычных машин для стандартных вызовов к пациентам и один реанимобиль для экстренных ситуаций. Георгий Семенович, водитель скорой со стажем, говорит, эти машины настоящий подарок под Новый год. Да, новая машина – это самая лучшая машина. Новые машины застаиваться в автопарке не будут. Бригады врачей уже готовы. Как только раздастся звонок с просьбой о помощи, машины сразу же поспешат на вызов. Все машины укомплектованы новейшим оборудованием для оказания экстренной помощи. Вот. Эти машины сразу же включатся в работу по обслуживанию вызовов, которые поступают на станцию скорой медицинской помощи. Все деньги на машины выделил городской бюджет по программе модернизации здравоохранения. В прошлом году скорый автопарк пополнился 6 автомобилями, в этом 3. Уже в 2012-м планируется закупить еще 4. Главное, чтобы медицинских кадров хватило на все машины, говорят на станции. Ведь сейчас медики больше предпочитают работать в столице страны. Там и условия лучше, и зарплата ощутимее. Однако и в Ставрополе сейчас есть где развернуться, говорит главный врач скорой помощи. В обновленном реанимобиле, о котором так долго мечтали, можно чуть ли не проводить полноценные операции. С новейшим оборудованием все в порядке. Реанимация, сами понимаете, предназначена и для оказания реанимационных мероприятий. То есть там медицинские работники могут работать полностью во весь рост. В предыдущем, буквально 3 года назад было точно такое же пополнение. Все бригады станции скорой помощи утверждают, поговорка «хорошего понемногу» в случае с новыми автомобилями не подходит. И еще хотим. Анастасия Самойлова, Андрей Чернов, Информбюро.